Всем привет! Чего только китайцы не придумают или у других не подсмотрят. Иногда их изобретения приносят много пользы, как те, которые я вам сегодня и покажу. По моему мнению, эти насадки будут для вас полезны, особенно если вы любите рукодельничать и что-то мастерить. Приятного просмотра! Сверлильный патрон для УШМ с гайкой М10. С таким патроном ваша болгарка превращается в дрель, в угловую дрель, в гравер и даже в фрезер. Благодаря такому патрону существенно расширяется функционал вашей УШМ. Устанавливается она без всяких переходников напрямую. Абсолютно нет никакого биения и центровка идеальная, ну по крайней мере как пишут. Очень полезная универсальная вещь, которая должна быть у каждого мастера в арсенале и хозяйстве. В патрон зажимаются все виды сверл и фрез от 1 мм до 13 мм и множество других различных видов насадок для дрелей. Данный патрон для гайки М10, но не спешите разочаровываться. Также я оставлю в описании на переходники с М14 на М10, а значит такой патрон подойдет к вашей болгарке точно. Земляной бур на шуруповерт или дрель. Идеален для бурения любого типа почвы, ракушника, проделывания отверстий в глине и песке. Отлично подойдет для домашнего использования в саду, например, для посадки дерева либо цветов, ну или для чего-то другого. Кстати, пишите в комментариях, как бы вы использовали такой бур и в каких отраслях он бы помог вам. Насадка стамеска для УШМ. Своего рода гибрид стамески, привычного инструмента любого резчика. Многим электростамеска известна как пневматический или механический шабер, но в данной ситуации это насадка на болгарку. Ее используют для обработки мягких и твердых пород древесины, а также для обработки древесных наростов. Она ускоряет и значительно облегчает процесс обработки древесины, позволяя снимать большой объем материала за меньшее время и с приложением меньшей физической силы, чем при ручной обработке материала. Электростамеска идеальна для изготовления черной формы скульптуры и других крупных форм, но может использоваться и для простого срезания твердой древесины. Шлифстанок либо гриндер для болгарки, предназначенный для шлифовки и обработки изделий из металла, дерева, камня, стекла, пластика и так далее. Станок отличается удобством эксплуатации и не требует специального обслуживания. Использовать гриндер можно для реализации следующих технологических задач, таких как снятие заусенцев, устранение небольших дефектов поверхности, зачистка слоя с коррозией, удаление заусенец после лазерной, плазменной или иной резки, заточка инструмента, шлифование различных поверхностей, обработка деревянных поверхностей, разделка труб под сварку и так далее. В данном видео шлифстанок уменьшенной формы и работает от обычной болгарки, что намного уменьшает его цену, ну и конечно возможности. Уверен, что многим он пригодится. Насадка пила на болгарку. С помощью этой насадки вы сделаете из своей болгарки электропилу, представляете? А вы сами знаете, что электропила стоит недешево, и если вам нужно распилить небольшие объемы древесины, то я полагаю, такая насадка пригодится вам в хозяйстве. В конструкции предусматривается бачок с подачей смазки на цепь, ручка для удержания и защитный кожух. Конструкция несложная, вы без особых проблем соберете ее на базе своей УШМ. Длина ремня в зоне распила 28 см, то есть вы сможете смело распиливать небольшие деревья в диаметре примерно 25-28 см. Подходит насадка на большие и на маленькие болгарки, но перед заказом настоятельно рекомендую выбирать насадку под диаметр вашей болгарки, вашего прижимного кольца. Я такую насадку лично тестировал, штука годная. Адаптер для УШМ, который превращает в болгарку в ленточную шлифмашинку. Шлифовальные машинки – это незаменимый инструмент при строительстве и ремонте. С их помощью можно зачистить шпаклевку, обработать деревянные поверхности, удалить ржавчину с металла, снять старые лакокрасочные покрытия и выполнить другие работы. Если вам нужен такой инструмент, но вы не хотите заморачиваться с покупкой или попросту нет денег на профессиональную шлифмашинку, то эта насадка вам точно пригодится. Такая ленточная насадка – это инструмент для грубой обработки. Ее широко применяют при отделке интерьера, изготовлении окон и дверей, полировке металла и в многих других сферах. Подходит для болгарок с резьбой М14. Насадка очень интересная. У меня она есть, и я ее тестировал. Видео есть на канале. Если вам предыдущая шлифнасадка не по душе, либо она вам не подходит, то вот вам шлифнасадка посерьезнее.
Она предназначена для грубого шлифования, сатинирования и зеркального полирования, а также для обработки поручней, расположенных близко к стене. Она позволяет выполнить большой объем работы при минимальной затрате сил. Она устанавливается на обычную болгарку, а это значит, что вы можете использовать ее и с большой болгаркой, что даст вам значительное увеличение в мощности. Эргономичный дизайн и удобная ручка позволят вам более эффективную и комфортную работу. Ленточная насадка с автоматической подачей шурупов позволит вам намного ускорить монтажные работы. В отличие от большинства оснасток, они не расширяют возможности шуруповерта, а лишь увеличивают эффективность его применения. Оснастка зажимается в патроне инструмента и позволяет ему работать с шурупами в кассетах. Чтобы проводить монтаж, не нужно постоянно брать каждый крепеж и прикладывать его к бите вручную. Лента с шурупами автоматически продвигается и подставляется под биту. Благодаря этому скорость работы увеличивается в несколько раз, что может быть очень полезным, если нужно закрутить тысячи шурупов. Такая оснастка незаменима при монтаже кровельных материалов. Ну как вам эти насадки на болгарку и дрель? Некоторые есть у меня в наличии, и я могу с уверенностью сказать, что найдутся люди, кому они будут полезны. Жду ваше мнение в комментариях по поводу этих устройств. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Жмите, пожалуйста, на этот колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Хорошего вам вечера и пока-пока. Скоро будет много-много интересных роликов.